Нужно включить временной контур. Время назначения вводишь с клавиатуры. Скажем, 5 ноября 1955. Точно, ноябрь 1955. Сейчас заканчиваю. Я покажу, как все работает. Да. А сейчас мы испытаем мою машину времени в действии. Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Да, точно, капитан! Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Но это не про меня, нет. Здорово пожаловать в будущее! Что? Ты попал в будущее! Будущее? Произошло замыкание. Пригорели все транзисторы, и пока я не куплю новый, я не смогу вас отправить обратно. Так покупай! Шурик дома? Такое дело. Он только что ушел. Сори. А ты кто такой? Царь батлы. Это все правда, я тебе суп даю. Слушайте меня, Каспер, это настоящий Иван Грозный. Чего желаете? Помоги мне. Мне нужно чем-то заняться. Развлекай меня. Втираешь мне какую-то дичь. Дорогая, я дома. Что за тяжести ты носишь в своем портфеле? Там все необходимые вещи для работы. Надо затянуть покрепче болты и забить колышки. Без инструментов так не обойтись. Что верно, то верно. Ну что, зовем? Что из этого поможет скрепить детали робота? По-моему, тоже. Инструменты, ключи, молотки – как раз то, что нам нужно. Это вы! Это молодцы! Ты
такую машину сделал. У меня вот тоже один такой был. Крылья сделал. Ну-ну-ну. Что ну-ну? Я его на бочку с порохом посадил. Пусть чай полетает. Никто не поверит. В милиции поверят. Вы еще ответите за ваши антиобщественные опыты, хулиган. Великий государь, одну минутку. Мама, мне что-то нехорошо.